Вот, о, силач, о, я. Блин, если она не заработает, его оставим здесь. Нет, в русском языке правда не так, траморт. Люди еще не пили. Поэтому они работают. Тут работают, тут вот проявляется индивидуальность каждого. Для этого обязательно. А что там вторая сторона? Мы будем. Никто же не снимает. Снимаешь, Вик? Да. Вик, ну ты у нас самый красноречивый, пожалуйста. Что, пожалуйста? Ну что-нибудь скажи, прокомментируй. Блин, я где-то это уже слышал. Прокомментируй, блин, скажи, блин. Мы сидим, нам хорошо, скоро шашлык будет. Вы знаете, это за кадром голос. Это человек немножко как бы такой просто со стороны пришел. Вот человек, вот твое счастье, что ты снимаешь. Слюни уже вся забрызгала. Вить, ты не слушай, скажи. Про этих как первобытных людей. Короче, там был красноречивый по вопросу. Один так, который там с трудом два предложения мог связать. Позже? Гликуха была такая красноречивая. И чтобы вот этого не было. Я закончил. Все, да? Ира, теперь с тебя пару слов. Да на морду походить стало. Да. Хочу поздравить с днем рождения. Они заметили мы эту красу. Отпустили грехи чужим женам. Ларис, на память скажи что-нибудь. Ну просто скажи что-нибудь. Но это не важно. Это неинтересно. Ну просто так, ну хоть кому-нибудь привет. Что тут можно добавить? Передай сама на привет. Его у нас нет сейчас. Да. В этом случае хочу передать привет маме, папе, дедушке, бабушке, тете, дядьке, т.д. Кому ты хочешь привет передать? Хочу передать привет своей машине, да? Выбивали из мутных луж грезы. Так все шкафами не стали брать. Российская танго! Танцуют вороны! Российская танго! Юр, подергайся еще! Засыпет эту грязь снегом, кто припудрит наше сырое мясо, кто ж заправит этот... Замечательно снято. Давай еще разочек, Юр. Да, иди сам, попробуй. Нет, ну что значит, я снимаю, Юр. Работа снимаешь. Тебя, дурака. Сейчас ты меня снимешь, блин. Ну ты не нервничай, Главное, по пальцу не попади. Милый, ну давай, родной. Ну прицелься, милый мой. Замечательно. Я не верю сам. А еще разок, Юр. Полина. Мой мир рассказ. Один раз вкладываю. Подарок я тебе. Юр! Вик! Я не глухая, мне... Барак, пока еще не купили.
Знаешь, как проверяют глухих? Меня снимать? Меня будить? Она в 10 часов должна быть дома. Да, я в 10 часов должна быть дома. Но не все поняли. Что хочешь, мы ее поднимем. А мне тоже был не пост, пора раньше приехать. Можно я маме привет передам? Е? Маме привет передам. Ну, Александра, вам Витя передает привет. Сделай скромно на этот шашлык, скажи, что они прожарили.
кто не понимает, тот скажет, что он не прожарит. Точнее, что ты убью, ведь даже сам не покрасил. Ни одной хранилки. Юр, снимай, снимай, Юр. Точнее. Юра, Юра. Смотри, торт быстро. Да, Юра. Раша. Юр, давай. Никто не говорит. Даже вино у тебя разбило. Иди тоже так. А мне не будет. Да, они не дивны туда. Шашлык сегодня долгий. Но все-таки черный. Кто-нибудь здесь скажет, что он плохой. А вас не будет. Я это воспринимаю как самфит. Не его. Снятно. Сегодня в глаза подмите, это какой-то мир. Так, а тут что-то иначе. Вика, не хочу выпить за твою грудь. Я заслушался просто. Если была Ольга, она бы сейчас про черепах стала тост. Сразу две черепахи. Сейчас я вам расскажу. Нет, сейчас мы можем. Любимый тост у нас черепах. Я другой. Честно. Я еще раз скажу. Я еще раз. У меня не получается. Нет. У меня глаза. Да. Ну говори давай. Чего? Чего-нибудь. Покажи нам какую-нибудь программку. Во! Ты слишком близко отойди. Танцуй, говорю. Вика. Такая маленькая, Вика. Тебя взять так можно. Ну, я пошла, короче. Все. Что тебе говорить? Говори мне чего-нибудь. Бай! Так. Yeah.